Скажи, что он не делал, броски у Чко не делал. Нет, через полчаса. Андрюха, ты же занимаешься в двух секциях. И что? Так ты должен быть сильнее всех. Он когда бросал голова. О, красавчик! Не спросил вчера, буду же где-нибудь. Так, ну кто с Артемом будет бороться? А я вот с этим щедрями, как я говорю, все оценит, да. Серьезно? С каждым нам бороться и поправить по домам. Да ничего, я... Он мне что сказал? А ну быстрее, давай. Все, все, так, отошли? Да. Пожалуйста, второй номер, 30 брусочка. Денис, будешь делать, ты не сядешь. Сели на колени. Дзюдо.
Дзюдо. Удержание япон, болевой япон, удушающий япон. Болевой наруто. Дань. Боже, ты же. Да, да, да. Дань, ты начинаешь стой. А тебе, тебе. На базар. И там есть такие жесткие напильники, которые вот, вот так. У меня просто ключи потерял, я бы тебе дал. У меня там находится надо замок связать. И там так, одеваешь. Потом такая штучка, раз, два, сюда, три, четыре, она и плотно очень держит. Титовы, ты со стойкой партой, Далик, ты борешься в партере, но и в стойкой партере. Я в партере буду, Хаджи. Будешь. Хаджи, борешься. Борешься. Там вот туда еще. Я вот стойкой борешься. Не надо, разумеется, вон там посередине, пожалуйста. Я сон сюда ко мне. Да нет, останься. Не представляешь, что это было бы ему удобно, чтобы было просто интересно было. Не надо. Ты же сильный. Постарайся где-то чуть-чуть проложить. Старайся вкусом как-то стараться держать. Сесть там болеть. Так что мы умрем. Реально мечтают про добро. Попусит не мы. Ты разговариваешь, болит. Мы уже из партии. Уши разогрел, шею. Ложи ставки на руку. Нет, не пускай его. Не держи его, упустит он. Сухо, иди сюда. Ну так знаешь, что не делаешь, блин? Потому что уже несколько раз говорил. Возьми дальше. И скажи, что ты не платишь. Он нам говорит, что правит дальше, уже два раза. А по греху не разрешаю. Так мы по дзюдо сказали. Да. Ну так вот, скажи. Он плохо слышит. Он невнимательный, понимаешь? Ой,
Оставь нож у меня с женой. Стоп! Еще раз, Таня. Еще раз? Да. Может быть, поменять?
Вверх. Внимание. Ай, блин. Передержание со стороны головы. Артем ложится, ты заходишь со стороны головы. И смотри, можешь за пояс взять, можешь снизу за руки взять, можешь сверху за руки. Вот так вот, да. Приготовились? Иваня. Хорошо. Передержание поперек. Партнер, так, вы вдвоем. Вы вдвоем. Берете пояс. Перейдите туда, а вы перейдите сюда. Поперек это значит, одна рука между ног за пояс. Или за ногу. Вторая, вы на колени сидите. Вторая, под голову и за плечо. Одна держит пояс между ног, или ногу держит, этот, посмотри, руку не сломай. Нет, нет, посмотри, поперек ты держишь и голову, и ногу. Нет, между ног, рука между ног и голову, внимание. Хорошо. Следующее удержание. Спиной. В этом же положении. Лежите спиной. Захватываете руку и захватываете ногу. Руку и ногу. Вот так вот они. Удержание спиной. Андрюха ложится и спиной держит его. Нет. Ближнюю руку. Ближнюю ногу, ближнюю руку. Готовы? Да. Давид, спиной развернись. Новую руку. Готовы? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. А сейчас между ног. Вы между ног по самбо и за туловище берете его и держите. Последнее. Приготовились. Между ног за туловище держим. Приготовились. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Мате. Хорошо. Так, Артем. Да. Данил, сюда. Чуть-чуть отойди, чтобы Артема видно. Делаем удержание поперек. Покажи. Нет, наоборот. Он тебе. А он вот тебе делает. Вот. О, вот так. Как отсюда уходить? Я стоп, стоп. Ты просто скажи. Не говори. Я отсюда вытолкиваю голову. Просовываю ногу в колено. Ага. О, хорошо, стоп. Еще раз. Теперь смотри. А если ты ложишься на бок лицом к нему, теперь руку пропускаешь. Ну тогда то же самое. Нет. Руку пропускаешь. Нет, пропускаешь сюда, в эту сторону. Под мышкой. Нет, снизу. Раз. И уже выходишь. Стоп, смотри, еще раз. Бери захват. А теперь смотри, если ты возьмешь левой рукой голову, да? Нет, ладонью, ногу сверху, крестишь ноги, и что получается? Треугольник. А почему нельзя? А развернись, пожалуйста. Я? Нет, не ты. Георгий, спиной сделай удержание. Ну, так за шею не берут, за руку обычно берут. Так. Ну,
То же самое делают. Рак. Да. Нет, стоп, вот это. Но в принципе. Единственное что? Единственное что? Отсюда. Берешь кимоно, раз, отсюда, хоп, и ногу забрасываешь. Еще и душа еще идет. Правой рукой берешь кимоно, правой рукой, две дальние кимоно. Раз, чуть-чуть к себе его. Перехватываешь туда левой рукой. Под подбородок. Взял? Ну так возьми кимоно. Да, той рукой отпусти, кимоно возьми. Да.